Яна Фиалкина, девушка, которая живет на севере Белого моря, мечтает путешествовать по всему миру, но не может. Короткометражка «Светлячок» про девушку с инвалидностью. В роли продюсера бендерчанка Марина Макарова. Она организовала благотворительный сеанс в кинотеатре Горького в родном городе. Когда попал в руки ко мне сценарий «Полного метра», я сразу в него влюбилась. И знаете, один из показателей настоящести сценария, который будет жить, это то, что у тебя чувства возникают. Либо ты плачешь, либо смеешься. Так как это трагикомедия, у меня прям хлынули слезы. Это попало прям в сердце. И я думаю, все, я хочу это снимать. И я, как бендерчанка, которая давно не была на родине, хочу поделиться этой энергией и подарить то, что у нас получилось, то, что принял весь мир своему городу. Потому что отсюда началась моя жизнь, мой успех. Три актера на экране. Немногословный Николай, который мечтает приносить пользу и работает на маяке. Брутальный Петр в ожидании своей Афродиты. И Яна, добрая, мечтательная и настоящая. Фильм про одиночество и надежды. А ты что такая? Какая такая? Ну такая. Главная героиня собирает марки. Это ее способ путешествовать. Каждая из них имеет ценность. Короткометражка завоевала множество наград, в том числе лучший короткий метр, лучшая женская роль, лучший иностранный фильм. Была моя цель не заниматься просто антрепризой, брать звезд и катать, а сделать из недавних студентов известных личностей. Я не говорю звезд, но известных личностей, чтобы о них заговорили, чтобы стали известны. И вот этот, может быть, тяжелый труд, но для меня это всегда было более интересно, чем просто прокатывать уже успешные проекты. Поэтому в том числе у меня и загорелся «Светлячок», потому что никто его не брал, никто не хотел вкладывать деньги. И тут вот сложились все такие звезды, что я... Нахожу деньги, мы едем в Архангельск, неизвестно куда, смотреть локации. Одно название фильма согревает. «Светлячок» погрузил зрителей в историю добрых и светлых людей. Мир, где все важны и все равны. Действительно профессиональная игра актеров. Но больше всего меня поразила продюсер своей открытостью, добром, позитивом и умением, знанием. Фильм вообще завораживающий, и я считаю, что такие нужны фильмы почаще нашим людям в наше время показывать, что для того, чтобы люди смотрели и понимали, что такое добро и как его нести. Зацепило больше то, что человек и имеет такое заболевание, не опускает руки, всегда открыт к общению. В планах отснять большой фильм. Как говорит Марина, есть желание продолжить эту историю, ведь она попадает в душу каждого.